Заместитель главного государственного инспектора города Благовещенска по пожарному надзору. В соответствии с направленным вам уведомлением о проведении профилактического визита, я расскажу вам о требованиях, которые предъявляются в области пожарной безопасности к вашему объекту. У входа у нас имеется план эвакуации. Обратите внимание на применение отделочных материалов. По электрохозяйству тоже смотрите внимательно. QR-код, он ведет нас на сайт проверок. Очистку проводите пожаробезопасными методами? Конечно. Просто растворами, да? Это углекислотные для, не дай бог, электрика или еще что-нибудь. Створочка дополнительно. На каждом заведении у меня по вот такому. Раз в месяц мы проходим техническое обслуживание, и в квартал мы проверяем полностью помещение, как работает система. Ну и, соответственно, все работы вносятся в журнал. Это мной составлен лист профилактической беседы, в котором я кратенько изложил тематику проведения визита, где я указал нормативные документы.